Всем привет! Я сегодня бегу марафон, наконец этот день настал, потому что мне уже надоело тренироваться к чему-то, и вот уже эта дата приближалась, и вот уже наконец-то, 14 мая, я сегодня бегу марафон. Вот, очень много людей. Да, мне сейчас нужно будет... Очень прикольная организация, здесь дали такие сумки, такие таблички, нас еще кормили позавчера, да. Когда мы регистрировались. Мне сейчас нужно будет перелезть через этот забор, потому что марафон начинается через 20 минут. Через сколько? Через 20. Через 20, да. Так что вот так. Я, в принципе, готов, вот. Здесь все так, ну, здесь никто серьезно к этому не относится, здесь все веселятся, все в хорошем настроении. Вот. И когда мы будем бежать, у нас будет несколько точек, где можно остановиться, покушать фрукты, выпить водичку с витаминами. Вот. И там еще у нас будут развлекать всякие диджеи, будут какие-то латышские народные танцы прям посреди нашего пути. В общем, да, я думаю, что будет интересно. И еще здесь внутри есть RFID-чип, который просто следит за мной. И когда я буду пробегать каждую такую рамку, я думаю, каждая рамка будет каждый километр. Она будет фиксировать мое время автоматически, она будет соединяться с моим чипом. И также Катя с приложением будет смотреть, где я бегу. Так что я буду следить и бежать за ним. Да, ей просто нужно ввести мой номер 97-94-72. Да, и она будет за мной следить. Атмосфера, самим хочется побежать, да, Стас? Да, тебе тоже хочется, да, особенно побежать? С такой погодой можно побежать. Да, очень прикольно. А еще мы увидели, что самый быстрый человек, который пробежал марафон в 10 километров, пробежал его за 35 минут. Даже может меньше, потому что эта машина уже подъехала, там было 35 минут. Да, это вообще, это как нужно бежать, какой-то монстр, а не человек. Машина. Если начинать, он бежал почти на максимальной скорости, все 10 километров. То есть это он должен был бежать, это... 20 километров в час. Это вообще нереально. Человек-машина. Кстати, поддержать Диму пришли еще ребята Филиппа и Атакан. Вот они там стоят. Потому что здесь место мое. О, возле меня место освободилось. Вот, и мы ждем Диму, он уже финиширует. Супер! Ощущения офигенные, да, я еще хочу бежать. Мы с трудом нашли Диму, кстати. Да. Мы долго его искали. Все перекрыто, они ждали меня, они... Последний раз, когда я бежал, последний раз, где я их видел, вот, я решил после финиша сразу пойти в ту же точку, где я их видел последний раз. Но, блин, да, там было тоже. Все закрыто. А мы не могли перейти друг к другу, потому что, ну, люди бегут, и забор ограничен. Я их не вижу на ту сторону, я не знаю, блин, вдруг они сейчас сюда как-то перейдут, завалим пополам. Да. Но, слава богу, мы живем в центре, и мы просто пошли домой, и Дима пошел домой. Не, ну мы искали друг друга часа полкой. Да, да, долго. Всем понравилось мероприятие. Ребята сказали, что тоже хотят побежать в следующий раз.
Я думаю, в следующий раз будет в Берлине. Да, я обязательно... Я побегу. Да, я обязательно тоже. Мы будем бегать с Катей тоже, правда? Потому что это прикольно, это очень классно. Очень много людей собралось. Да, да. То есть просто вот некоторые люди просто ходят пешком и там смеются, что рассказывают. Некоторые в костюмах. Да, да, то есть очень клево. Очень понравилось. И я не собираюсь прекращать бегать, я буду бегать по утрам хотя бы раза 3-4 в неделю. Вот. Один раз в неделю. Да, но я не буду бегать по 10 километров, потому что это слишком много, и у меня будут просто жраться мышцы, и я буду худой, как все марафонисты. Я не хочу быть таким. Вот. Поэтому я буду бегать по 3-5 километров, то есть минут 20-30 каждое утро. Ну и каждое. Ну, утром. Да, просто, потому что это действительно заряжает энергией на весь день. Вот. И как только мы найдем какой-то ближайший марафон в том городе, где мы будем, мы обязательно зарегистрируемся. Правда? Да. Это марафон не... Марафон, он... Сколько я заплатил за него? 20 евро, да, Катя? 20 евро. То есть, как бы, дороговато, но... Этого стоит. Это мы платим за эмоции. И нас еще и кормили, давали водичку. В конце мне дали медаль, сертификат и изюм. Да. Потом дали батончик энергетический, потом дали яблочко, водичку. В общем, всякие там витаминки. В общем, очень клево. Еще я пробежал 10 километров за 54 минуты. И я на 350-м месте из скольки-то, как ты думаешь? 3000, я думаю. Катя говорит, что участников 3000 было. Посмотрим. Может быть, даже и больше, потому что людей очень много. В общем, я в первой колее. Хотя, когда мы начали бежать, все так быстро рванули. Вот, а потом буквально на 4-м километре я в таком же спокойном темпе догонял всех этих людей, которые рванули, которые просто шли пешком. В общем, да, совет вам, никогда не начинайте очень быстро, да, потому что потом вас просто не хватит. И еще не смотрите на тех людей, которые вас обгоняют. Это абсолютно ничего не значит. Да, потому что психологически я действительно это почувствовал, что когда тебя все обгоняют, тебе кажется, что ты все, ты... Зачем ты вообще зарегистрировался, если ты пробежишь последний? У меня такое ощущение тоже было, когда мы забегали на мост, а потом там мы добежали до конца моста и разворачивались назад. И меня все обгоняли, и когда мы развернулись назад, я посмотрел, сколько людей было сзади меня, и я понял, что я далеко не последний, что я даже не в серединке, что я в передней колее. Вот, и это мне, конечно же, прибавило силы, я побежал дальше. Еще на каждом километре... Вот, были всякие развлекаловки, тут танцы были, все давали нам 5 зрителей, давали водичку, что там еще давали. Ну, в общем, очень прикольно было. После марафона у нас кулинарная пауза. Это салат с сыром дорблю, грушей, листья салата и соус из оливкового масла, меда и дижонской горчицы. Вот такой у нас сегодня обед победителя. В общем, такой радостный, солнечный и вообще классный день закончился 5-часовым проектом. Да, мы начали в 4, закончили в 10, хотя еще не закончили, до сих пор делаем. Стас там делает последние изменения, и все. И мы будем... Свободны. Да. Ну, на сегодня. На сегодня свободны. 2 часа свободы и спать. Да. К нам пришла Дженни, наша одногруппница с Индонезии, да? С Индонезии. Да, она была хочет сказать, с Малайзии. Да, и на нашей группе мы делали проект, вот, делали его 5 часов. И наконец-то закончили. Поэтому я сегодня вообще уставший и физически, и морально. И душевно. И душевно. Они так душу выматывают. Да. В общем, мы будем ложиться спать. Да, восстанавливать силы. Спасибо за просмотр. Всем пока. Пока-пока.